Несмотря на то, что команды с первых секунд матча бросились в атаку, первого взятия ворот зрители ждали более получаса. Счет открыли игроки Алматы. В середине второго периода Лишкаускас броском от синей линии распечатал ворота темиртауской команды. В третьем периоде хозяева удвоили свое преимущество. На добивании хорошо сыграл «Шкода». Однако эту шайбу львы отыграли быстро. Пройдя всю площадку и обыграв всю пятерку Алматы, отличился «Волков». Однако сравнять счет подопечные Вячеслава Билана не смогли. Хозяева пошли в атаку и довели счет до 3-1. Дубль оформил Лишаускас. Это поражение стало для Арыстана пятым в 6 матчах против клуба из южной столицы. Улучшить статистику львы смогут уже сегодня во время ответной встречи.